Скажите, а кого из трех женщин Достоевского вы, собственно, играете, и какие отношения связывают ваша героиня с писателем? Я играю его первую жену, Марию Дмитриевну Исаеву, которая... Какие отношения? Естественно, сначала любовь. Ну, у них... Нет, не так. У них сложные отношения. Там все от любви до ненависти. Они ненавидели друг друга и при этом любили. Насколько я понимаю, именно она за ним поехала в ссылку, да? Нет, они познакомились уже в ссылке. Там он в нее влюбился, она была замужем и совершенно другим человеком, имела уже взрослого ребенка. А потом они с мужем переехали, и вот он переживал очень сильно. И когда муж умер, тут же он сделал все, чтобы она стала его женой. И вот он уже увозит ее обратно к себе вместо ссылки в Семипалатинск. И дальше все ближе и ближе к центральной части России вместе приезжает. Вплоть до ее смерти. Понятно. Скажите, насколько хорошо изучена биография вашей героини и как-то насколько глубоко вы ее копали? Как же я могу сказать, насколько глубоко я ее копала? То есть я, естественно, изучала материалы, изучала книги. Письма Достоевского, письма к нему, как он очень смешные были письма, как он занимал эти деньги на свадьбу, как он переживал, когда она там у нее было увлечение еще молодым учителем, и все его переживания в этот период, связанные с тем, что он может ее потерять. Была, может быть, какая-то черточка в ее характере или какая-то деталь, которая помогла вам как-то или образ вытянуть, ну или как-то вообще в работе помогла? То, что я поставила главным, наверное, в ее характере, это жажда жизни. Она была больная уже в то время. Жадность, причем она людям, которые она считала не больны, и вот они будут жить после ее смерти. Ой, сейчас немножко путаны. Это как раз понятно. Она настолько любила жить, что она стала зависть относиться к людям, которые будут жить после нее. То, что ей суждено умереть и умереть рано, толком не пожив, она это чувствовала с самого начала. Отсюда, мне кажется, ее противоречивость такая. Сложность. Как вам работалось в паре с Сташковым? Интересно, легко. Но мало. Я бы еще в этой компании поработала. Скажите, как вам еще идея снять фильм о Достоевском именно через женщину? Показать его судьбу, его личность через женщину? Она... Задача сложная, но правильная. Все-таки он многое для своего творчества черпал именно из личной жизни. И образы, и вот его основные три женщины, они были прототипами во многих образах его литературных. В том числе и ваша героиня? Конечно, в том числе моя.